Я с удовольствием присоединяюсь к приглашению, сделанному Сергеем Васильевичем Канаевым. И с огромным удовольствием хотел бы отметить, что в этом году программа радиотерапевтических сессий и сессий, посвященных вопросам ядерной медицины, очень серьезно расширилась, практически в 3 раза увеличилось количество участников, число докладов, которые будут сделаны на этих секциях. Серьезно расширился спектр вопросов, которые будут обсуждаться. Они простираются теперь от конформной лучевой терапии до различных вариантов стереотоксической лучевой терапии, злокачественных новообразований различной локализации. И в секциях ядерной медицины мы отошли от привычного стандарта, который фиксировался только на диагностических вопросах. Целая секция будет посвящена вопросам использования этих технологий в терапии больных злокачественными новообразованиями. Программа радиотерапевтических секций и секций ядерной медицины обещает быть чрезвычайно интересной. Мы ждем вас с нетерпением. До встречи.